Во многих афонских монастырях этой весной появились информационные буклеты Международного движения «За жизнь», в которых содержатся призывы поддержать план святого преподобного Паисия Святогорца по законодательному запрету абортов. По благословению игуменов афонских обителей, материалы, адресованные русскоязычным паломникам, призваны поднять голос православной общественности. Подробности далее в сюжете. Ватопецкий монастырь, отмечающий на Благовещении Пресвятой Богородицы престольный праздник, стал на Афоне одной из первых обителей, которая поддержала инициативу Международного движения «За жизнь» по законодательному запрету абортов. Лично поддержал проект, озвученный еще в начале 90-х святым старцем Паисием Святогорцем, игумен Ватопеда, известный всему православному миру архимандрит Ефрем. «Сегодня люди легко убивают людей. Родители своих детей. Поэтому все мы должны стараться. Мы на Афоне молимся, и вы должны стараться объяснять людям, что аборт является страшным убийством». Сейчас многочисленным паломникам в одном из самых посещаемых мест Ватопеда, у кофеаппарата в паломнической гостинице, доступны информационные буклеты, в которых изложен план старца Паисия Святогорца по борьбе с убийством детей в материнской утробе. Отдельно есть такой текст старца Паисия Святогорца, недавно прославленного синодом Константинопольской патриархии. В этом плане по борьбе с абортами старец Паисий удивительно, что на языке современного человека он по пунктам прямо расписывает, что нужно делать. Несмотря на то, что буклет на русском языке, он адресован жителям всех православных стран и прежде всего славянских. О необходимости защиты человеческой жизни с момента зачатия, о том, что с этого момента она священна, говорит нам и праздник Благовещения, утверждает игумен сербского монастыря Хиландар на Афоне. Отец Мефодий рассказал, что уже не первый год в Белграде на Благовещении организуют крестный ход в защиту жизни неродившихся младенцев. Например, была такая лития, которая имела следующий маршрут. Ее участники выходили от больницы, которые совершались аборты, и шли вдоль городской канализации к реке, потому как те дети, которые были убиты посредством аборта, завершали свой путь в этой реке. И крестный ход шел по этому пути, чтобы помолиться за упокой душ убиенных младенцев и чтобы помолиться Богу, чтобы Он вразумил власти Сербии и в целом народ за тех, кто в силе остановить это зло. О необходимости всем православным сообща противостоять этому злу в своих странах заявил и игумен обители Дехиар, отец Григорий. Аборт – это грех века, и это грех, который, я как духовник могу сказать, не прощается. Не прощается, потому что это оскорбление и самого Господа, самого Бога. Поэтому мы, как православные, должны на этом фронте создать некое ополчение, целью которого будет донести людям тяжесть и весь ужас этого греха. Покаяние, или метаноя по-гречески, как изменение сознания на уровне личности всего общества, которое допускает аборты, необходимо и для изменения судеб наших народов. Мы, подобно языческим сообществам, принося в жертву своих детей, имеем не благословение Божие, а сами на свои головы насылаем проклятие, а потом в своих неудачах виним внешних врагов. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Святая гора Афон. Материал подготовлен при поддержке компании «Шате М+.»